хочешь узнать, как Бас Профунда говорит в 2 часа ночи. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Вот, я говорю. Это спальня. Здесь у нас такая акустика. Сейчас мы узнаем, как я говорю в 2 часа ночи на коридоре. Так, проверочка пошла. О, здесь же совсем другое дело, да? О, раз, один. О, классно. А? А? О-хо, 2 часа ночи. Почему бы не поговорить? А что у нас в ванной? А в ванной будет еще интересней. Будет вот так. А, нет. Оказывается, не так интересно, как на коридоре. Ванна, давай, отвечай. Все-таки коридор – это самое выгодное помещение для разговора Баса Профунда в 2 часа ночи.